Всем привет. Второй день на работе. Да не, тут, по-моему, без толкача не обойти. Назад еще. Давай назад. Да. Без передка, конечно, делать нечего по такой дороге. Так, подложил травы. Вот только как траву только проехал. Еще. Давай, выезжай. Я понял. Я вот здесь нормально, вот это. Давай попробуем.
сегодня 1,5 километра должны пройти. Туда, сюда. Итого 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 6 киловольт. Наверное. Пекса сегодня не стал брать. Он вчера пришел, я ему лапки помыл. Он как это начал потом по полу, по паласу бегать. Ну, сушиться понятно, но потом лапами тоже. Лапы начал грызть. И потом их тоже бегал, зудит там что-то у него в пяточках, подушечках это. Я проверил, ничего не нахожу, никаких порезов, ничего нету. Вот можно наколол об траву там, вот об это, а все. Решил сегодня его не брать, чтобы он пускай отдыхает. Ему купил мазь на основе пчелиного воска там, натуральную, для подушечек, от реагентов, от, ну, для смягчения, для заживления, оно натуральное. Дорогая, там 300 с чем-то рублей, почти 400. Вот. Короче, пусть отдыхает сегодня. Без него тут справимся. Все, тут первый столбик. Все, установили все столбики, дошли до железной дороги. Все, расстояние между столбиками примерно 250-300 метров. 2 штуки у нас осталось. Несем назад. Вот. Вон там даже автодорога вдалеке. Короче, этот участок мы закончили. Где не было поставлено, мы поставили. Все, ну, выдвигаемся в обратный путь. Где-то 2,5 километра назад придем. Я по телефону посмотрю, сколько мы находили км за сегодня. Без пекса. Пекс дома лежит, яйца греет. Такие лоси бегают, огромные следы. Лося, лося. Пешком тут уходит. Красивый грибок. Грибы красивые, оранжевые. Вот так вот сено хранят на севере. Гляньте, тюки замотанные. Что это такое? Это силос. А, это силос. Он преет, кстати. Холодный, конечно, внутри может горячий. Это, короче, силос. Ага, вон он. Течет жижа с него. Он внизу. Вот, наверное, коров кормить силос. У нас делают такие силосные ямы, где тракторами трамбуют, гусеничным трактором. А здесь, видите, как поле прям скосили за комбайном, наверное, специальным. Все упаковали, замолотили и стоит, ждет, правда. Наверное, где-то ферма тут есть поблизости. А наш УАЗик вон, мы сейчас уже доходим и будем ехать. Может быть, я вам сейчас еще покажу кадры, как мы будем выбираться отсюда, буксовать. Походка, в принципе, сегодня намного лучше, чем вчера.
Сегодня немножко вот ветрено, но ветер-то есть по-любому. Вчера был немножко на равнине, там все там по-любому будет. Но дождя хорошо нету. С утра был, часов 7-6. Я слышал, когда спал. А сейчас? Сейчас нету. Все. Сейчас еще заедем на склад. На склад ТСУ-2. Загрузим еще столбиков на завтра. Чтобы они в машине уже лежали. По GPS-трейку у нас 5 километров ходьбы. На этом все. Лайк, подписка.